Привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я вам расскажу историю про кружок. Даже он не то что кружок, а как какой-то такой, знаете, небольшой женский клуб, в который я попала однажды. Это было уже довольно давно. Это уже лет 6 назад, наверное, было. Начну с самого начала. Познакомилась я с девушкой, искала как раз тогда учителя по живописи, чтобы меня кто-то научил рисовать пейзажи. Вот. И нашла ее, она преподавала за пожертвования, то есть, ну, почти бесплатно. То есть, кто сколько сможет, то есть 5 рублей, даже сказала, можно 5 рублей, 10 рублей, сколько сможешь, столько и дашь. Мне не принципиально. Честно говоря, люблю таких людей, которым... Без разницы, сколько ты платишь денег, не потому, что как бы у меня денег нет, а просто с такими людьми общаться очень интересно. Они, как правило, очень такие творческие, такие, душа у них такая чистая, красивая. Ну, блин, они обычно без вранья, без того, что, допустим, другие люди ради денег там на все готовы, а здесь вот наоборот. То есть без денег бесплатно готовы делать, там, преподавать, там, ну, вот это все. Вот. Ну и начала к ней ходить, потом мы с ней позже познакомились, начали общаться. Мы были какое-то время подружками даже, все. И она пригласила в гости, мол, приходи ко мне в гости, вот у меня будет женский клуб, там одни девушки у меня будут, вроде пообщаемся, все такое. Говорит, только, говорит, ты приходи в 3 часа дня, а все придут в час. Я говорю, ну как же так, говорю. То есть, получается, говорю, я опоздаю? Ну, как бы я не могу, я очень пунктуальна, я не могу опаздывать. Как? Так, я возьму и опоздаю. Я говорю, я так не могу. Он говорит, нет, говорит, ну, не надо, говорит, не приходи в час, приходи в 3. Я говорю, ну, почему? Ну, все, пытаю ее, спрашиваю, говорю, ну, почему? Она, нет, говорит, приходи лучше. Ну, говорит, ладно, как хочешь. Говорит, ну, приходи, если хочешь, приходи в час. Говорит, ну, вроде сама будешь виновата. Я думаю, что ж там такое происходит, господи. Думаю, женский клуб же вроде там. Мне уж прям стало любопытно. Я пришла к часу, я очень пунктуальна, я даже пришла на полчаса раньше. Она меня не сразу, по-моему... А, нет, да, я около подъезда еще стояла. Смотрю, там пришла девушка странная. В юбке, у нее, значит, головной убор там какой-то, майка здесь вот все вот закрыто. Думаю, что-то странное какая-то, думаю, девушка. А у них еще на руке мешочек такой какой-то. Ее парень там проводил. Думаю, может быть, она не к моей подружке, может быть, это нет. Зашли вместе, пришли вместе. Думаю, ну ладно. Я думаю, что-то странное здесь будет твориться. Собрались все девушки, значит, в длинных юбках, причем была... Жара, там градусов, наверное, 30, так было, лето, жара, то есть, да, вот у них длинные юбки, вот здесь вот плечи, по-моему, закрытые, все, волосы у всех завязаны, значит, я одна там с распущенным, как же, я же Наташа, я не могу, мне надо с распущенными волосами обязательно идти, я всегда везде на улице появляюсь распущенным, я не могу с хвостиком, это не мое. Ну, думаю, ладно, там все сидят, общаются, все нормально, значит... Не помню, что там дальше было, но потом в какой-то момент, я смотрю, они посередине комнаты поставили дерево на табуреточке, ну, такое, как небольшое такое дерево в горшочке на табуреточку, и вокруг него стали танцевать. Я сижу такая и думаю про себя. Я что думаю, в дурдом, что ли, попала? Такая думаю, блин, а... Зачем я пришла раньше, а? Лучше бы я это время посидела бы дома, погуляла бы. Ну, они танцуют, я думаю, я не буду танцевать. С чего ради я буду танцевать вокруг дерева какого-то там? Они ему кланяются, там, ой, типу-типу-ти, ты наше дерево, там, ой, тю-тю. Ой, я говорю, нет, думаю, я что-то это... Наташа, говорит, а идем с нами танцевать? Я говорю, нет, я не хочу, говорю, я еще... Я-то не настолько сошла с ума. Ну, я, конечно, этого не говорила. Я про себя подумала, я еще не сошла с ума, чтобы танцевать вокруг дерева. Ему поклоняться, спасибо, там, та-та-та. Выяснилось, оказывается, потом, что я попала в женский клуб кришнаедов. Кришнаиды, Кришна. Ну, короче, Кришна, вот это вот все.
Короче, туда я попала, оказывается. Ну, мне, конечно, стало любопытно, интересно. Потом они потанцевали, успокоились, дерево это унесли. А потом начали... Там была одна женщина постарше, и она начала спрашивать у других, как вы вообще попали туда. Оказывается, вот одна девушка рассказала, пришла туда кришнаидам посмотреть вообще, что такое. И там все улыбались, там, ой, ты наша родная, ты наша. И она осталась, говорит, я осталась, мне там хорошо, я осталась. Мне тоже, кстати, улыбались, все. Ой, тюпа-тюпа-тюпа. Потом, значит, зашла тема, мол, надо... А я еще в шортах пришла. Как самая такая нормальная. Вот. Пришла в шортах, они все в длинных юбках. Они мне вот, надо ходить в длинной юбке, вот правильно ходить в длинной юбке, правильно вот ходить, чтобы вот тут у тебя все было вот закрыто. Вот нужно еще волосы, вот эти вот длинные волосы, распущенными ходить нельзя. Это, оказывается, плохая энергетика. Прыгает к тебе на длинные волосы, сидит там, и когда ты приходишь к себе домой, к мужу, вы ссоритесь. Я такая сижу про себя, думаю, так, а когда мы последний раз с мужем ссорились? Думаю, я все лето хожу с длинными волосами, почти каждый день выхожу на улицу. Думаю, когда мы там ссорились-то? Блин, думаю, а мы ссорились там последний раз, там, несколько лет назад. Я думаю, странно, почему-то на меня это не действует. Я говорю, а на меня это не действует. Говорит, ну она накапливается, накапливается, а потом подействует. Прям. Я говорю, нет, говорю, я как ходил, говорю, с распущенными волосами, я так и буду ходить. Я говорю, меня никак не переубедишь уже, все. Колом, говорю, ты... меня мама, кстати, в детстве всегда называла, говорит, ты упертый, как баран. Или там говорил иногда, помню, как об стенку горохом. Тебе говоришь, говоришь, правильно делать так, а ты вот как об стенку горохом. Я говорю, мама, а что, горох отлетает, что ли? Да. Вот. То есть так вот. Сейчас я попью. Вот, ну, так вот мы сидели, общались, там потом всякие разные про болезни что-то они начали рассказывать, вот. И вот, кстати, там в прошлой своей истории я рассказывала как раз про девочку, вот она отсюда, которая не могла никак научиться готовить, там она как раз тоже в такой клуб ходит, у нее бабушка, по-моему, тоже ходит такой, ну, не клуб, а вот... в их там церкви, храм, а храмы, наверное, храм называется. Короче, еще несколько раз вот так к ним в женский клуб походила, потом он разлетелся, ну, то есть перестал, ну, как бы перестали все ходить там по каким-то причинам, и все, но больше я так и не попала. Да, мне понравилось, конечно, меня там обращали внимание, мне все там улыбались, когда приходишь, они все обнимают тебя, ой, какая ты хорошая, там, ой-ой-ой, с тобой все общаются. После, кстати, этой прогулки, ой, не прогулки, вернее, первый раз, когда я к ним туда сходила, я прихожу домой, и ВКонтакте ко мне начали добавляться какие-то люди. И я смотрю, все, Кришна, 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 их прям много. И мужчины какие-то стали добавлять. Я говорю, господи, я мужу говорю, Женя, откуда они вообще взялись? А что такое? Он говорит, не знаю, может, они уже как-то через друг дружку уже там передали, и поэтому добавляются. Странно. Но я там кого-то добавила, кого-то мужчин не стала добавлять. Я думаю, зачем мне? Ну, что, они мне что-то сейчас там будут говорить, что что-то там это? Нет, мне не надо этого. Вот, то есть, и все, и потом я больше не ходила. Как-то, видимо, на меня это не подействовало. Мне как-то, знаете, даже мне как-то это непонятно. Просто непонятно все это. Какие-то странные вопросы там всякие появляются, их задаешь им. Они ответить толком не могут ничего. Как-то вот, ну, как много вопросов, которых ты не можешь нигде взять ответ. Поэтому я подумала, ну так подумала, а мне это надо вообще или нет? То есть там подружка, допустим, потом мы с ней еще после этого общались, они там мясо не едят, там яйца, а им в какой-то момент там какой-то самый-самый главный, вот-вот он, как-то его там, не помню, как его там зовут, он нам разрешил кушать яйца и молоко. Я думаю, чтобы мне кто-то там что-то разрешил. То есть, что я, прежде чем что-то покушать, я должна еще у кого-то там разрешение спрашивать. А можно я сегодня поем молоко?
Я думаю, нет, это, я не буду ни у кого спрашивать разрешения. Если я захотела молоко пить, я буду его пить. Если я захотела есть яйца, я буду их есть. Не знаю, у меня другой, наверное, характер, может быть, просто, чтобы там у кого-то еще спрашивать разрешение. Я даже у мамы, помню, у родителей там не спрашивала никогда разрешения, если я собралась идти гулять. Я помню, там лет 7 было, 8 лет. Захотела гулять, ну, родителей дома как бы нету я. Пошла, дверь захлопнула, пошла гулять. Все, мама вечером приходит. Наташа, а почему ты разрешение спросила? Я говорю, зачем? Ты все равно не разрешишь. Зачем? И все. Вот, то есть вот так вот. И да, у них там на подоконнике у подружки стояла фотография этого Кришны, или не знаю, кого там стояла фотография, колокольчик, по-моему, какой-то. Короче, она приготовит кушать, идет мыться, одевает новое платье, еду эту накладывает в тарелочку, с этой тарелочки, значит, встает на пол, ее там голову опускает, вот так вот подносит, короче, и как бы предлагает эту еду, а, ну да, Кришне, по-моему, там Кришне, кто-то еще был, и Кришне ему вот предлагает ему, свечи там какие-то, по-моему, зажигает, ставит, потом уходит, как будто бы он там кушает, что ли, ну, короче, вот что-то такое. Я так на это все посмотрела, думаю, блин, когда я приготовлю кушать, у меня сил уже вообще просто нету. Еще там идти мыться, одевать новое платье, потом стоять на коленях, у меня сил нет уже. Я уже приготовила кушать, мне быстрее было съесть вот это вот, поесть и пойти отдыхать, заниматься своими делами. Ну, блин, я не готова. Я так подумала, мне это ничего не надо. Ну, нафиг. Я проще пойду вон в свою церковь, куплю свечку, она находится вон везде, где угодно, в каждом дворе у нас уже практически она есть, там в некоторых районах. Пошел, зашел, купил спокойно свечку, не надо нигде там вставать на колени, там целовать там полы или чего-то там, и все. Спокойно пошел, поставил свечку, там помолился, пришел домой, поел мясо, лег спать, все. Конечно, в какой-то степени то, что мы кушаем животных, конечно, меня это немножечко задевает. Вот, ну, то есть, как-то, не знаю, мне кажется, по большому счету так не должно быть, конечно, наверное. Как бы животным больно, то есть корова там, да, хочется, чтобы она жила. А, вот, ну, не знаю, как бы, даже не знаю, что сказать. Мясо, как бы, я не особо ем, я только люблю курочку поесть, и все. А, насчет того, допустим, кришнаиды, то, что против того, чтобы алкоголь пили, курили, то есть здоровый образ жизни, вот это вот, да, вот, ну, как бы это правильно. Я считаю, так должно быть. Ну, вот, с мясом, не знаю, пишите свои комментарии насчет мяса, как вы считаете. Но мужчина должен есть мясо. Вот, они даже рассказывали то, что у них кошки, собаки там вот у кого есть, они якобы мясо даже есть не хотели. Якобы кошки, собаки готовы, там ели чуть ли не капусту, там чуть ли даже не сырые овощи, фрукты, супы ели, прям это, жили там спокойно. Я просто помню такой момент, в детстве у соседки, ну, мы в детстве на даче жили, у соседки был кот на даче. И она его все время кормила супами. Картошка, вот там суп из картошки, вермишельки. И он болеть начал через какое-то время. То есть он жил-жил, наверное, у него нормально, потом начал болеть. И я помню, как у него носик, то есть у них носик же розовенький должен быть. А у него он становился оранжевый, потом желтенький, он худел, 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 а потом он умер. Ну вот я, видимо, так поняла, то, что он как бы плохо питался, то есть не ел мясо. А мышей ловить он не мог сам, не рыжий был, был обычный кот. Не знаю, почему он не ловил мышей. Он спал в основном все время, по-моему, гулял иногда. Они как раз с моим котом были прям хорошие друзья. Вместе гуляли, вместе играли там. А когда они уезжали, мы приходили, молоком кормили этого кота, и он прям на глазах, носик у него прям на глазах становился такой розовее, 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 такой розовенький, розовенький, розовенький. И он как будто прям казалось, что вот он пьет молоко, и на глазах у нас поправляется. Прям такой как будто толстеет, толстеет, толстеет. Но потом они опять приезжали, кормили его там супом, и все равно он худел, худел, и потом просто умер. И все. То есть, ну, наверное, мяса ему не хватало, я так думаю.
Может быть, он болел, наверное. Хотя он не был стареньким, он был молодой, ему года 2, наверное, 3 где-то было. То есть, наверное, я сейчас не помню. Вот, как-то так. Сколько у нас там? 15. Сколько? 15 минут, ничего себе. Ну, я вам, в принципе, рассказала историю. В принципе, вот она история. Довольно, кстати, получилась длинная. Я думаю, она получилась завлекательная, интересная. Вообще, вам нравятся мои истории. Они все такие, наверное. Так, давайте вы в комментариях напишите про мясо, как считаете вы. Должен человек есть мясо или не должен? Вот. Ну, по большому счету, раз у нас есть клыки, вроде вот я где-то слышала, то человек должен есть мясо. Вот, но не знаю даже. Честно, я могу, в принципе, прожить без мяса. Мы не так часто его едим, кстати. Довольно редко едим. То есть захотелось мяса, поели. Нет мяса, ну, нет, у меня и муж как-то нормально. Ну, нет мяса, нет мяса. Приготовил? Ну, хорошо, давай поедим. Если начали есть мясо, мы его там за один день съедаем. Курицу там за один день съедаем, и все. Как-то нормально. Ладно, всем спасибо за просмотр. Пишите обязательно свои комментарии. Ставьте лайки обязательно. Я очень люблю лайки ваши. Комментарии пишите насчет мяса, как считаете вы. Подписывайтесь, если кто еще не подписан. Обязательно внизу посмотрите, подписаны вы или нет. Ставьте колокольчик, будет еще много интересных историй. Вот, также можете тему для истории мне написать. Я, может быть, что-нибудь еще вспомню такое. Вот, не знаю, какая следующая будет история. Ну, что-нибудь, наверное, такое будет. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока-пока.